Всем привет! С вами Неломов. Мы продолжаем проходить игру под названием Half-Life. Ой, загрузка. Я не ту сторону, видимо, пошел. Мне надо, кажись, вот туда. Или туда. Не помню, куда мне нужно сейчас бежать. Сейчас разберемся по ходу дела с вами. У меня есть ружо. Ой, я, кажется, на правильном пути. Ой, ты. Воу. Воу. На тебе. Лежать была команда. Так, все под контролем. О, можно подхилить. Так, Half-Life проходим. Уже четвертая серия. Ссылочка в описании. На плейлист. Мужик, тебе все уже? Жизнь закончилась. Ой, тут эти присоски. Как ты, я так не попал ни на кого. А что это такое? А что тут мне вниз нужно? Или куда мне нужно? Я что-то активировал. А, лифт спускается. Ну ладно. Лифт едет. Так, ружье у меня хорошее. Пистолет. Перезарядки, патронов нету. Так, в этом оружие у меня есть. Только двухстволочка. Так, все, спускаемся. Или подъем. Лестница есть еще. А что, куда лестница ведет? Не знаю. Можно было самому спуститься. Ой! Тут что-то хрустнуло. Эй! Эй! Все? Ой! 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 Мне жопа. Выполнили. Чего? Ковид? Ковид обнаружен в крови. Мамочки. Радиация, радиация. Ходим отсюда. Ты в новом защитном скафандре, он может здорово пригодиться. Здорово, мужик. Искренне надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Я больше не сделаю ни шагу. Мужик, лучше давай сохранимся. Быстрый, новая. Сохранил игру, но всякий пожарный. Отлично, ты даже не узнаешь, что я здесь. Хорошо, тихонько там будь. Радиация. Что-то булькает. Я должен остаться здесь, в городе. Ай. Внимание. Ой! Так, куда мне нужно дальше? Ой, там внизу... Ой, плюется. Может, пересека его. Но я же не попаду по нему с пистолетом, наверное. Завалил! Один патрон остался. Ой, а что это так колбасит его? Нажать кнопочку. Ой, и меня перекувыркнуло туда, на ту сторону. Так, а если еще раз... И обратно мне. О. Карусель, карусель. Кто успел, тот присел. Так, нам перезарядку было сделать неплохо. Ой, вот эта штука какая-то непонятная. А чё он так крутится сильно? Бам, на ту сторону могу попасть. С помощью этой штукенции, по-моему. Если я сюда залезу. А зачем сюда залез? Там какая-то кнопочка есть. Спрыгнуть. О. О, да. Что-то я нажал, мужик. Я тут прячусь и никуда не пойду, пока ситуация сильно не изменит и к лучшему. Так что уходи и не говори никому, что я здесь. Хорошо, не буду. Завай путь. Чего? Я остаюсь. Рад служить. Чё? Рад служить? Пошли, раз рад служить. Дальше я не пойду. Я две кнопки нажал, чувак. Он несет ответ. Ой, что-то вылазит, мужик. Что-то вылазит. И тут что-то вылазит. Надо, наверное, убегать отсюда или нет? Чувак, что-то я что-то активировал. Я что-то активировал, мужик. Ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, ой. Мужик, что я наделал? Не знаю, что-то, кажется, активировал. Я глупость какую-то наделал опять. Или все правильно? Не знаю, что-то оно гудит. Пробую шифтом туда бежать. Шифтом. Аккуратненько. На кабель. И вниз. Боже мой. О, назад. О, шифтом получилось. О, кажется, у меня вышло. Я что-то активировал, ребят. А что я активировал? Что за... Что за... Что за... Я сюда залез внутрь. И что теперь? Но ничего не дает. Я даже стрельнул вон. Я думаю, какой-то портал откроется для меня.
Эй, люди добрые, зачем я это активировал? Без понятия. Я активировал. И все, залез сюда, ничего не дало мне. Может, мне нужно обратно теперь бежать? Там где-то там что-то надо нажать? Ой! Немножко коснулся. Тяжелый перелом обнаружен. Зацепился. Так, кнопочка была нажать. Надо отцепиться, нажать. Меня переместят. Видимо, нужно обратно идти. Я его запустил, этот портал. Эту штуку всю. Внимание, опасный. Ну что ты? Подкачай мне чувство. Вернее, хпшки. Кто-то восстановил все питание. Запустим двигатель прямо сейчас. О, давай. Согласен. Где рычаг? Двигатель сейчас будем запускать. Пускай эта кнопочка. Нет. По лестнице, полезно. Будем двигатель запускать. Походу. Что-то шумит. Что-то электрическое. Ой, ну я и залез, конечно. Мне сюда нужно пьедестал? Что-то булькает. И что, вот я тут наверху. Мне нужно вниз, наверное. Я же ударюсь. О, нет. Обнаружен тяжелый перелом. Тяжелый перелом обнаружен. Я вернулся обратно. Так, а это можно разбить? Нельзя. Ой, электричество, теперь тут будут током дамажить. Ой! Положение критическое. Загрузка. 5 хп у меня осталось. Какой-то двигатель должен запустить. Где-то. Баллоны с горючим. Либо мне теперь этот двигатель еще найти. О! Это загрузка какая-то пошла. Это все. Что за звук такой страшный? И далее. Так, это я где? Ага. Так, понял. У меня 5 хп. Баллоны тут висят. Так, открываем эту штуку. Как тут прыгнуть-то? О, получилось. Он буянит так сильно. О! Да вы... Двигатель надо запустить. Да я же... А как я должен там что-то нажать, что ли? А может меня сейчас уничтожит? Как его успокоить? Он мне не давали. С ума сойти. Как двигатель запустить? Может меня сейчас закоцает? Во-во-во-во, я же говорил. О-о-о! Я их разозлил, походу. Походу я их разозлил. Все, уснули. Уснули, спят усталые игрушки. Усталые игрушки. Налево нам. Ай. Ай. Ладно, бежим, рискуем. Рискуем, рискуем. О! Там дверь, что ли? Или на... А там еще одна дверь есть, в принципе. Можно там поизучать. Есть вон там еще дверь. Так, уснули. Существа легли спать. Так, поднимемся вот здесь наверх. Пробуем. Спят, спят. Ой, начали снова бить. Начали снова бить. Так, у ящики. Я их раздраконил. Ящики разбивал и их привлек их внимание. С ящиков ничего не выпало. Вниз, они еще меня набьют. А куда мне тут прятаться? Ой, там что-то, там какой-то есть пульт управления. О, охранник! Сверху охранник был! Охранник, вы видели? Мне нужно к охраннику, скорее всего. Вон он там, сверху.
Мужик, стреляй по ним, отвлекай внимание. Я хочу как-то... хочу как-то спастись, чувак. О, стреляй по ним. Вонит. Все его закрывали. Типа, отвлекли внимание. Ай. Ай. С меня забьют, походу. И не забьют. Ничего, он тут по ним стрелять вздумал, глупец. Чё ж ты такое наделал? Оружие отдай свое. О. О, тут я не был 100%, видите? Тут вон припасы. А если это разобью, я не взорвусь? Не, я могу типа сделать себе сохранение. Давайте новую ячейку сделаем. Хорошо, что я сохранился. Так, это лучше тогда не взрывать, да? А если взрывать, то лучше как-то отойти. И так нельзя! А как же тогда взорвать? Трогать припасы. Так, с ХП у меня вообще печаль, грусть и печаль просто мега огромная. Так, ну что у меня появились припасы небольшие. Хоть и небольшие, но припасы. Так. Power. О, активировал что-то. Ой, чуть забуянило, все за... забурлило. Оксиген. О, я их поджег. Я их поджег, короче. Офигеть. Я их с напалма поджег, этих существ. Вы поняли, как я их зажарил? Горячо. Ой, сейчас уронит палм. Ну все. Ничего, все, нету больше их там. Сдохли. А ничего было выделываться, она не ломала, правильно? Правильно. Так, куда нам дальше? Сюда? Закрыто. А что, мне теперь надо, наверное, как-то вниз спускаться? О, оксиген, этого дела все. Ну, наверное, теперь они мне дадут возможность куда-то добраться. Вот я смогу в новое место зайти, благодаря тому, что я их уничтожил всех. Так, сейчас посмотрим. Мы их всех уничтожили. И нас теперь тревожить не будет. Ага, вон, мы имеем вниз спуск. Все, понял. Теперь туда к этим тварям можно спуститься вниз. Дайте мне здоровье немножко. Мне 5% здоровья всего лишь. Алло, дайте мне немножко здоровья. Хочу здоровья чуть-чуть. Пожалуйста. Тут их всех, короче, сжег. О, девочки, мы тут, по-моему, мы тут лазили? Да, я только зашел к ним, тут на меня стреляли, они буянили тут. Нам надо как-то аккуратненько спуститься вниз. Ну, блин, еще один, еще один, еще одно здоровье потерял. И что теперь? Фонарик, фонарик. Ой, сейчас только бы тут надо, не надо бить себя не надо. Так, еще 4% у меня здоровья. Вы что-то... А, вот нам вода. Вода. Это должно быть все хорошо, по идее. Так, радиация, что ли, щелкает? А... Ой, а это же я это существо завалил. Так, подышать. О, мужик. Радиация. Ой, пистолет. Револьвер. Патроны. Щелкает радиация. Вот это я тут существо завалил. Дайте какую-то аптечку мне, ну. А если я радиацию пробую бахнуть? Что? Нельзя разбить. Я только чудиком могу поразбивать этих. Но у них нету здоровья никакого. Нету ни аптечек, ничего. Ладно, ныряем. Так, куда нам надо? В эти дырки? Дырки. Три вентилятора. Ничего. Как вас открыть? Они же меня сейчас расколошматят. Так, ныряем. Ныряем. Вот. Требуется медпомощь. У меня револьвер. Со мной лучше не шутить. Там что-то бегает. Что там бегало внизу? Фонарик можно уже и подвырубить. Ой, там что-то... Это платформа. О, броня! ХПшка! Наконец-то! Сколько процентов? 50. Давай 50. 50. 60. 70. О, здоровье! Ну, наконец-то мне здоровье подлили. Вот это самое. Подлили здоровье. Так, сохранимся тут теперь. Сохраним.
Так, тут какая-то платформа двигается, я вижу. Какая-то непонятная платформа двигается, или бочка, или что-то такое. Вот она, сыпется бочка. И всплывает. Тут нужно как-то... А как мне туда на бочку попасть, на это? Это ж Unreal. Оно же мне будет коситься с кислотой. Мне нужно на бочку как-то залезть. И на... по ней, собственно, продвигаться. Внимание, опасный уровень радиации. Да что такое? Да что такое? Ай, бочка! Поручайте бочки! Уровень радиации. О, встаю. Да я не могу на ней держаться вообще никак. Ай. Что такое? Куда вы? Вы давай сюда. Куда-то я выплываю. Радиация. Я радиация меня дамажит. Ай. Ай-яй-яй, 54. Куда я лечу, не знаю. А что такое? О, выплыла. Я понимаю. Я по кругу прошелся. Отлично. Требуется мне помощь. Я по кругу проехался, ребят. Наверное, но я не уверен. Короче, вначале вот здесь, на трубу. Потом вот здесь, на трубу. Тут надо уже присматриваться. Вот тут есть... Ой. Вот тут на трубу плоскую, на квадратненькую. Во, нашел, кажется, как это проходится. Так, теперь вот здесь, сюда аккуратно. Встать нельзя? Чтоб быстрее, чтоб быстрее. Так, вот. Замечательно. У нас есть тут дырка. Есть тут что-то. Вверх залезть. Так, это что за кран? Что-то я открываю. Что-то пшикает. Так, туда можно в дырку как-то попасть. Ай! Что я открываю этим? Туда явно надо прыжок совершить. Супер. Так, присаживаться. Контра. Бежим. Ага. Дудки. Свое место как бы продолжать. Просто бежать и так падать вниз. Ах, нет. Может в присядку. Может в присядку. Может быть в присядку. И когда будешь падать, присесть. Оп. Получилось. Обнаружен незначительный перелом. Незначительный перелом. Так, загрузочка. И где это мы? Ой, это как-то понимать. О! Я сломался. Понял. О! Назад, назад, назад. Держу назад. Аптечка. Ой. Жучара. Бежать. Раз. Два аптечка. Так, это взрывается или нет? О! Я нашел прикольные вещи. Это... Это же... Мины, 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 мины. Патроны. О, еще плюс. У меня фул хп. Может, мне это надо? Тут бочки нужны, чтобы... Ой, коробка, чтобы я что-то закарабкался, можно где-то. Так, ладно, пока что все хорошо. Все собрал, что можно было. Можно, пожалуй, тут и подсохранить игру. У меня, по-моему, полно патронов насобиралось. Револьвер, классная вещь. Загрузочка. Мини-загрузка. Подача питания. Ой, там кто-то бегал. О, мужик, здоров. О, какой здоровенный чудик. Они его пинают, смотри. Так, смотрите-ка. Они сейчас проиграют от него или как? Надеюсь, что они сейчас погибнут от него. Главное, чтобы меня не засек. Я присяд даже. Три расстреливает его. У него красная какая-то дичь на животе. Он еще и ногой пинает. Лазером его сжег. Тихо, тихо, назад, назад, назад. Заметит он меня. Я заныкаюсь. Куда он пошел? Я должен его завалить. Походу, ребята, мне нужно с ним сражаться. Он меня видит? Бам! Ой, лазер. Лазер. Я ушел от лазера. Не попал ты по мне своим лазером. В это, в сердце твое. Воу-воу, назад, назад, назад.
Может, мне надо как-то бомбочками его это самое подманить? Поставить эти бомбочки. Гранату давай кину. На. На тебе еще гранату. Еще. Еще гранату. Получай. На еще. Какой он живучий тварь! Может, его нельзя убить вообще? Он только буянит. Ла-ла-ла-ла. Он не сдохнет никогда в жизни, походу. Я только зря на него патроны трачу. Гранатки зря теряю, походу. Ой, снова ногой топает. Лазер сейчас пойдет, походу. Нет? Походу, он не умирает вообще никак. Надо в рожу стрелять туда, в центр. Он где красненько. А! Ай, лазер запустил красный. Ну, я заныкался. А у меня патронов... Сори, пацаны, больше прокаться нема. Опять ногой буянит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Лазеры летят. Лазер. Сейчас попробую с него, с этой. Да, чувак. Ой, что-то он реально огнем меня жарит. Опять огнем меня жарит, слушайте. На тебе. Ты чё, офигел? Не, по-моему, его нельзя победить. Мне кажется, мне нужно от него как-то удирать. Ну, как еще подробно? Как, присесть? Ладно, я присяду. Может, ты меня не заметишь, когда я буду присядку? Я ж знаю, что вы монстры... О, там, гляньте, кто там у нас. Ой, лазер пошел. Лазер пошел. Может, надо бежать от него просто-напросто. Ну, он жесткий, правда? Лазер, ладно, побежали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Патрончики. Я от него, короче, смотал. О, здорово, мужик. Вот он. Я от него смотался. Мне с ним не потянуть. О-о-о-о-о-о. Нормально. Это чуть все рвануло, ребят. Вот тут крышу профигачили. Тут не пройти теперь. Патронов 42. Так, с этим тут явно не сразиться. Тут что-то шумит. Огонь. Чувак. Чувак, сори. Простите меня, пожалуйста. О! Пистолетиком. Надо пистолетиком валить. Так, есть. А там еще есть он. Так, это что, наверх забраться по ящичкам? Так я могу. Ползет. Дайте аптечку. Патроны одни там. Посмотрим, что здесь рядом. А чё рвануло? Почему бахнуло? О, с этого момента. Так, пускай они воюют. Могу помочь. Ха. Так, мне нужно теперь собрать с них патрончики. Желательно. Может, не стоит. Ладно, оружие заберу. Оп. Он даже меня не заметил. Так. С револьвера, с одной пушки. Револьвер просто тема. Просто мега тема. Прикольно. Во-во-во. Нет, туда я не пойду. Туда сам идите. Так, черт, надо... Тут двоих. Одного вырубил. Так, я вырубил хотя бы одного. Вырубил. Второго вырубил. Револьвер просто... Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тут эти штукенцы. Ну, сюда. Завалил, там еще один был. Так, тут надо аккуратно. Что-то меня убило здесь, что-то меня размочило. Не понял, что. Здесь меня что-то наказало. Что тут могло меня подкоцать? Что здесь могло меня подкоцать, я так и не понял. Я тут что-то начал открывать, двери. Трек пошел. Может, тут сохранение сделать на всякий пожарный? Пускай будет.
что это меня тогда убило? Не знаю. О, броня есть. 100% броня. Хорошо. Револьвер. Мистер, вы могли бы включить ток? Этот поезд отвезет нас прямо наверх. Ну, я бы и сам попробовал, но до генератора не близко. И, ну и там по пути эти вещи. Ток? Так, давай попробуем. Так, вот это существо стоит. Так, патроны. Патроны. Ой, переключил. Переключил, значит, железную. Ой, видите, железную дорогу переключил. Правильно, да, да, все верно. И больше со мной беседовать не хочет. Так, здесь больше ничего не нажать. Ну все, уходим, значит. И нам нужно вниз. Ай! Потолок сыпется! Ребзя! Кто потолок сломал? Ой! Ой! Да кто сломал? Патрончики. Так, тут есть ТП. Вот здесь мне проход завалили. Ага. Понял. Понял. Загрузочка. Ой! Хорошо, что там сохранение было. Там нужно было стрелять туда аккуратно. Все! Рванулся. Тут что-то все под током. Что за охранник такой? Открыл. Ничего, тут у нас кислота. Не знаю. Закрыть двери, открыть двери. Ага, понял. Можно их до конца открыть, если бы ничего не мешает. Так, вниз нам точно не нужно. О! Стоять! Моего типа туда внутрь. Ну как моего? Спецназовец. А что там внизу за руку? Чёрт, я вниз случайно стал. Случайно вниз стал. Что-то взрывается. Что-то бабахает. Что-то бабахает, взрывается. Чё, непонятно. Что-то сыпется ещё сверху. Так, радиация. О, пушка! Чёрт, чёрт, спецназовец гадский. Ты чё, офигел? Пошёл вон. Так, гранаты есть? Попал. Здесь ещё одна, что ли? Это шум старый. Ой, мужик, молчай. А-а-а! Давай. Фу, вот это. Все нормально, нормально. Все под контролем. Правда, шума много. Что у нас в коробочках? Что у нас тут? Что у нас тут? Так, кажись, забрал все. О, загрузка. Вот с этого момента мы с вами продолжим. В следующий раз. О-о-о, спецназовцы! Уходим. Тут, ну, лучше мы их забросаем потом уже гранатами. Все, ребята, на этом моменте мы остановимся с вами. Мы играли в Half-Life, 4-й эпизод. Кто не видел прошлые серии, будет ссылка в описании на плейлист. Спасибо всем за лайк, за поддержку. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.